Водитель автобуса затормозил, подъезжая к остановке. Женя устало поднялась с места и пристроилась у задней двери, держась за поручень. В открытую форточку ворвался холодный сквозняк. Не весна, а сплошное недоразумение. Сквозь забрызганные стекла был виден квартал. Однотипные восьмиэтажки, такие же серые и угрюмые, как нынешний апрель. За свои 22 года Женя так и не привыкла к этому ландшафту. Хуже того, он раздражал ее все сильнее, а в последние дни ей просто не хотелось возвращаться домой. Ей было страшно. Путь, который она проделывала в двух направлениях, утром и вечером, лежал через две детских площадки, мимо расселенного одноподъездного дома, вдоль безобразно разросшихся кустов. По утрам еще ничего. Женя не успевала проснуться настолько, чтобы на нее подействовала гнетущая атмосфера. И то, казалось, что ночующий во дворах кошмар медленно расползается с первыми лучами рассвета, оставляя невидимые глазом, но осязаемые седьмым чувством следы. А вот вечером... Вечером было попросту жутко. Что-то приближалось к восьмиэтажкам издалека. Кошмар возвращался к ночи. Автобус уже уехал, а Женя все не решалась войти в квартал. Комкая в ладони магнитную карточку на одну поездку, она думала о том, что карточка сейчас напоминает лицо Сергея Павлишина, когда он приезжает с работы. Человек он неплохой, но бизнес не его стихия. Ему бы сидеть в проектном бюро с чертежами, а не крутиться по 12 часов в сутки, как белка в колесе. Налоговая, клиенты, сотрудники, крыша. Вот что бывает, если жертвуешь собой во благо семьи. Вернее, во благо двоих детей. Женой Павлишин развелся несколько лет назад. Открыл фирму, выворачивается там наизнанку. Зато у детей есть все, даже няня, которая целый день крутится вокруг них не хуже, чем Павлишин, со своим бизнесом. Если ты закончила школу с отличием, но не поступила в институт, потому что места там раскуплены заранее, и заработать на жизнь можно только присматривая за чужими детьми, все лучше, чем торговать на рынке. Что будешь делать ты? Писать жалобы в Министерство образования, мэру и президенту заодно? Правильно, будешь присматривать за детьми. Когда по характеру ты флегматичная реалистка, твоя психика при этом особо не пострадает. Почему же весь ее флегматичный реализм мигом улетучивается? Стоит только выйти вечером из автобуса. Женя торопливо шла к дому, безуспешно пытаясь определить природу своего страха. Она точно не боялась местных алкашей и хулиганов. Местных она почти всех знала с детства. Нет, здесь что-то другое, неясное и необъяснимое, но от этого не менее зловещее. Как же сегодня холодно на улице. В маленькой квартире закипающий чайник побулькивает по-особенному уютно. Женя переоделась в теплый халат и уже предвкушала чашку горячего чая. Она не могла согреться с того момента, как форточку автобуса задуло сквозняком. По телевизору шла очередная серия мыльной оперы. В качестве фона сойдет. В дверь позвонили. А затем, словно сомневаясь в эффективности звонка, застучали кулаком. Вздрогнув, Женя подошла к двери и заглянула в глазок. На лестничной площадке виднелась Ксюха Коваленко из соседней квартиры. «Женя! Женюсик! Киса!» — позвала Ксюха. При этом она приблизилась вплотную к глазку со своей стороны. Стекло сразу же запотело. Ксюха всегда так делала. Почему-то ей казалось, что если говорить в глазок, будет лучше слышно. «Жень, ну открой! Ну дело до тебя есть!» Женя приоткрыла дверь. «Привет, Ксень, чего хотела?» «Котенок, одолжи старой больной женщине стольник на лекарство. Будь умничкой!» С этой просьбой Коваленко явилась к Жене регулярно, раз в 3-4 дня. Под лекарством подразумевалось, как правило, пиво. Других лекарств Ксюха не признавала, разве когда ее принудительно выводили из запоев. Когда Женя еще училась в 10 классе, Ксюха приехала в Москву из Мариуполя и устроилась на работу в ресторан.
петь блатные песни. Потом ее выгнали за пьянство, и Ксюха пела теперь в квартире, доводя до белого коленя всех жильцов. Источником ее доходов служили бесчисленные мужчины, которых она по очереди селила у себя на неделю-полторы. Мужики попадались разные. Кто покупал выпивку с закуской, кто подкидывал Ксюхе денег на шмотки, а один сделал просто космический дорогой подарок. Установил ей на кухне электрическую плиту. Правда, Женя, в отличие от подавляющего большинства, проституткой Ксюху не считала. Мужской пол был ее страстью. Второй по счету. На первом месте – алкоголь. Видя, что Женя колеблется, Ксюха усилила нажим. «Ну, Женюсечка, ну ладно тебе, но я там, ты же знаешь». Женя знала. Не отдаст. Доказано опытом неоднократно. Экс-певичка дышала таким перегаром, что Женя сама чуть не захмелела. Отделаться тут можно только одним беспроигрышным способом – стольником. Достав из сумочки кошелек, Женя молча вручила Коваленку пособие. «Вот, спасибочки». Ксюха схватила купюру и быстро сунула ее в карман. «Добрая ты девчонка, Женька. Вот чтоб у тебя все было, и тебе за это ничего не было. Все, Ксень, пошла я за лекарствами». Ксюха пошатнулась и уперлась о стенку. «Ага, выпей за мое здоровье тоже. Женюсик». Сукаризной протянула Ксюха, сложив губки бантиком. «О, слушай, хотела спросить». 1000 взаймы не дам», — быстро сказала Женя. «Да не, я не про то. Женька, а у тебя что, мальчик появился? Да такой понтовый еще. Как зовут-то хоть?» «Что за мальчик?» Женя нахмурилась. С мальчиком она в последний раз встречалась года полтора назад, не до них. «Ну, это с остановки с тобой шел. Ну, не с тобой, а сзади чуть. Но за тобой я еще подумала, опаньки. Женька с ухажером поругалась». «Ксень, глюки у тебя очередные. Мальчика не было». «Да как не было-то? Он во дворе до сих пор торчит. Тебя, небось, дожидается. Ну ладно, лапуська, пока-пока». Женя поспешно захлопнула дверь и повернула ключ в замке. Выключив чайник, подошла к окну, отдернула занавеску и выглянула вниз. Во дворе, прислонившись к гаражу ракушки, стоял незнакомый мужчина. Скрестив на руки мускулистые руки, он бесстрастно смотрел прямо перед собой. Одет он был как-то очень уж по-летнему. Широкие клетчатые брюки и кроссовки дополняла рубашка с коротким рукавом. Черты лица скрадывала тень, отбрасывая козырьком надвинутый на лоб серой кепки. Женя пожала плечами. Она была точно уверена, что этот человек не шел вместе с ней от остановки. По дороге она несколько раз оборачивалась и никого сзади не видела. Ксюха просто заметила чужого мужика, а все остальное придумала. Она вообще из тех людей, которые, узнав о наступлении конца света, посвятят этой новости минуту-другую, а потом вернутся к самому актуальному, при этом безбожно фантазируя, кто, когда и с кем и в какой позе. Луч заходящего солнца скользнул по затемненному лицу незнакомца, и его глаза блеснули мраморно-белым. Тихо вскрикнув, девушка попятилась от окна. Самый первый страшный сон Женя увидела, когда ей было 5 лет. Ей снилось, что она выходит в узкий коридор их квартиры, а в другом его конце, всего в 4 шагах, виднеется фигура в белой простыне. Сначала Женя думает, что это кто-то из родителей решил ее попугать, но по контурам простыни вдруг понимает. Она наброшена на безголовое тело. В следующий миг Женя захлестнула волна холодного ужаса. Она находится одна дома, и кроме нее здесь только труп без головы в наброшенной на плечи простыне. Девочка проснулась с криком. Проснулись и родители, и бабушка. Женя плакала навзрыд. Мама гладила ее по голове, утешала. Говорила, что никакой фигуры в белой простыне не было. Но Женя не сомневалась. Она была. Она спряталась на кухне. Лишь когда отец прошелся по квартире, включая везде свет, девочка немного успокоилась. «Мамочка, но если ее не было, почему она мне приснилась?» Схлипывая,
— спросила Женя. «Понимаешь, милая, сны — это всего лишь сны. То, что ты видишь во сне, это не по-настоящему. На самом деле этого нет. Ты просто устала за день. Вот тебе и мерещится всякая бяка. А мы ее прогоним». «Уже прогнали», — подтвердил отец. И только бабушка, сурово поджав губы, изрекла: «Если видишь страшный сон, это значит, где-то рядом происходит что-то страшное». От этих слов Женя снова расплакалась. «Зачем ты такое говоришь ребенку?» — воскликнула мама. «Она должна знать», — отрезала бабушка. «Пусть она не думает, что сны не по-настоящему. Пусть поймет это, пока маленькая. Потом поздно будет». Родители тогда здорово ругались на бабушку. Но та была непреклонна, правда, Женя так и не поняла это. Впрочем, даже став старше, она не всегда понимала, о чем говорит бабушка. Но на следующий день из разговоров родителей она узнала, что ночью, примерно в то же самое время, когда она увидела свой кошмар, неподалеку от дома их сосед, сильно пьяный, пересекая железнодорожную насыпь, попал под электричку. Безголовый труп упал по одну сторону насыпи, а голову долго искали в репейнике с другой стороны. Соседи перешептывались, что ее так и не нашли. Женя готовила ужин для своих подопечных, пытаясь при этом следить за резвящимися вовсю Танечкой и Юрочкой, аттракцион, против которого ее истрепанные нервы возражали чуть ли не в голос. Когда через полчаса появился Павлишин-старший, Женя уже изнемогала от их невинных шалостей. «Как у вас тут сегодня, Евгения?» — спросил Сергей. «Да нормально вроде. Танюха что-то с утра закапризничала, есть не хотела, но обедала с аппетитом». «Вот и славно». Судя по всему, мыслями Сергей был еще в офисе. «Ужин вы и сделали? Я покормлю их сам. Можете двигать домой, завтра будет денежка. Я вам, наверное, 1000-2 накину, а то совсем вы с нами замучились». «Да ладно», — вздохнула Женя. «Подумаешь. Хотя нет, 2000 — это хорошо. Это приятно. Накидывайте, я не против». «В июне я на юга повезу», — сообщил Сергей, стягивая с себя пиджак. «Отдохнете пару неделек. А к осени у меня вакансия может появиться. Черт, придется тогда нам на замену кого-то искать». «Ну, до осени еще далеко», — обнадежила его Женя. «Ладно, спокойной ночи, поеду домой». «Езжайте. Что-то вы бледная какая-то сегодня. Не болеете?» «Спала плохо», — пробормотала Женя. «Таня, Юрик, пока-пока. Ведите себя хорошо». «А мы всегда себя хорошо ведем с папой», — отозвалась вредина Танюха. От станции метро до Жениной остановки автобус едет почти полчаса. А если не повезет с пробками, то и все 40 минут. Но по мере удаления от метро светофора все меньше, а дорога все свободнее. Пассажиров обычно по пальцам пересчитать можно. Будто маршрут проходит через такую глушь, где никто и не живет. Одно хорошо. Сидячих мест сколько угодно. Поставив на колени сумочку, Женя смотрела в окно и пыталась считать повороты. Но вскоре мысли ее сами собой вернулись к бабушке. После того случая родители старались не оставлять Женю с бабушкой одну. Но чем больше старались, тем хуже это у них получалось. Как по закону подлости, оба не вылезали из авралов на работе, и Женя частенько проводила с бабушкой сутки напролет. Бабушку она здорово побаивалась, а мама и папа испытывали, видимо, похожие чувства. Во всяком случае, они относились к суровой пожилой женщине довольно настороженно. Ради справедливости надо сказать, что, заполучая в свои руки внучку, бабушка была именно бабушкой. Собирала Женю в детский садик, потом в школу. Ворчала, что надо застегиваться. И шею-то, шею шарфом обмотай. Правда, за пятерки не хвалила, но и за двойки не ругала. Лишь однажды обронила вскользь: «Кто не хочет учиться, тот живет недолго, а умирает страшно».
Только через несколько лет Женя догадалась, что бабушка, должно быть, имела в виду кого-то из своих знакомых. Но в этот момент эта тяжелая фраза возымела магическое действие. К концу четверти Женя получала только «хорошо» и «отлично». Строго говоря, бабушка сумела привить Жене лучшие качества своего характера, уверенность в собственных силах и готовность справляться с проблемами. Но спокойствие и собранность – не единственное, чем поделилась с ней бабушка. Однажды, когда она уложила Женю спать, кто-то позвонил в дверь. Была уже ночь. Родители за час до этого по очереди сообщали, что остаются на переработку. Услышав звонок, Женя вскочила с постели и бросилась открывать, надеясь, что все-таки они вернулись. Но до двери добежать не успела. Бабушка совершенно бесшумно догнала ее и положила ей руку на плечо. Поднесла палец к губам и сказала: «Тихо». Женя застыла, глядя на бабушку. На ее сосредоточенное лицо она вдруг поняла, что-то может случиться. Все так же бесшумно бабушка подошла к двери и прижалась к ней ухом. Звонок не повторился. Потом послышались удаляющиеся шаги. Лишь тогда бабушка жестом велела внучке возвращаться в постель, а через пару минут зашла проверить, легла ли та спать. «Бабуль, а кто это был?» — дрожащим голосом спросила Женя. «Кто бы это ни был, — сказала бабушка, — запомни раз и навсегда. Нельзя открывать дверь тем, кто звонит ночью. Мать с отцом на дежурстве, и тебе это известно. Откроешь — и за дверью... кто?» Глаза внучки расширились от ужаса. Она сразу пожалела, что задала этот вопрос. «Мясорубщик», — коротко ответила бабушка. Секунду-другую она, видимо, решала, стоит ли посвящать внучку в подробности, но потом продолжила. «Он приходит по ночам к тем, кто готов открыть свою дверь чужому. Если его впускают, он съедает хозяев живыми». Бабушка помолчала еще немного и добавила: «Делает так, чтобы они не могли двигаться, вырезает куски мяса и ест». Женя уже тихо скулила, зарывшись под одеяло, но бабушка вдруг с несвойственной нежностью коснулась ее плеча. «Обещай мне, что никогда не откроешь дверь мясорубщику». «Никогда, бабушка», — ответила Женя, не высовываясь из-под одеяла. «Никогда, я тебе обещаю». «Хорошо. А теперь спи». На следующий день бабушка, не упоминая о ночном визите, потребовала, чтобы отец вызвал мастера врезать в дверь глазок. Отец выполнил требования, не спрашивая объяснений. Но вечером Женя услышала, как он перешептывается с мамой. «Забеспокоилась бабка-то. Видать, кто-то ночью приходил». «Да мало ли кто тут ночью ходит». Но сейчас задним числом Женя понимала. Ночное посещение было каким-то странным. Райончик у нас довольно-таки маргинальный, а в двери здесь ломятся часто. Пьяные соседи, местная шпана, не знающая, куда приложить свои силы. Только в том-то все и дело, что никто к ним в двери не ломился. Один звонок. Безмолвное ожидание. И звук удаляющихся шагов. Кто же это мог быть и зачем он пришел? Женя подозревала, что бабушке было известно, кто и зачем. Бабушка вообще знала что-то такое, чего не знали другие. Но она никогда не говорила об этом прямо. Ограничивалась мрачными намеками и зловещими недомолвками. Она вовсе не была жестокой и не находила удовольствия в том, чтобы запугивать внучку, определив для нее лишь необходимый минимум некой информации. Женя так ушла в свои воспоминания, что перестала следить за дорогой. Встряхнув головой, она снова взглянула в окно. Сбрасывая скорость, автобус катился вдоль длинного пригорка, возвышавшегося над дорогой. Зимой мальчишки, невзирая на запреты взрослых, катались здесь на санках. И дело не обходилось без 2-3 смертных случаев за сезон. До остановки оставалось 300 метров. Когда Женя заметила на обочине у подножия
странно знакомую фигуру. Фигура осталась далеко сзади, а Женя ощутила, как по коже пробежал озноб. Это был тот самый мужчина в кепке, которого она видела вчера в окно. Что он здесь, черт возьми, забыл? Может быть, он просто недавно переехал в одну из 8-этажек, допустим, снял квартиру, и теперь просто гуляет по окрестностям для вечернего мациона? Возможно, но маловероятно. В таком случае Ксюха уже должна была знать, кто это такой и как его зовут. Нет, что-то подсказывало Жене, что мужчина не местный. Соскочив с подножки, Женя почти бегом бросилась в квартал. Добравшись до расселенного дома, она остановилась, переводя дыхание. В школе она получала 5 по физкультуре, но после выпускных экзаменов не тренировалась, времени не хватало. Женя оглянулась, позади на дороге никого не было, что и неудивительно, даже если мужчина в серой кепке идет сюда, их разделяет почти 500 метров. Уже спокойнее Женя двинулась дальше. Идя через двор, она миновала стол, за которым компания работяг забивала козла. На земле валялись пустые бутылки из-под дешевого пива. Один из игроков громко выругался матом. Женя вздрогнула от звука его голоса. «Дьявол! Совсем нервы никакие стали!» — подумала она. Невольно ей вспомнилось, что когда бабушка проходила мимо подобных, с магнитофонами и выпивкой старшеклассников, громкие разговоры и дебильный хохот мигом смолкали, а взгляды опускались к асфальту. Из подъезда навстречу Жене походкой подгулявшей Примадонны выплыла Коваленко. «Привет!» Уныло кивнула ей Женя. «Привет, Женькин!» Ксюха изловчилась и чмокнула ее в щеку, чего Женя органически не переваривала и громким шепотом осведомилась. «На пиво есть?» «Нет». «Вот никогда у тебя на пиво нет!» Возмутилась Ксюха. Вчерашняя субсидия, видимо, успела вылететь у нее из головы. Задев Женю локтем, она направилась к ларьку. Стирая со щеки вульгарную красную помаду, Женя вошла в подъезд и вызвала лифт. Неожиданно ей захотелось выкурить пару сигарет. Обычно Женя курила только под настроение. Так вот сейчас настроение у нее было как раз 100. Потянув на себя подъездную дверь, девушка натолкнулась на порыв ледяного ветра, растрепавший ее волосы. Пытаясь привести челку в нормальное состояние, Женя, не глядя по сторонам, шагнула на улицу, но тут же остановилась, услышав рядом чьи-то голоса. Это предупреждение, мелькнула у нее мысль. Вчера было то же самое. Холодный сквозняк в форточку автобуса. А потом появился этот человек. Даже не поворачивая головы, Женя уже заранее знала. Неподалеку от нее стоит Ксюха Коваленко. За спиной Ксюхи того, и с кем она разговаривает, не видно. Ксюха – барышня в теле. Но если пройти чуть вперед, Женя так и сделала, можно увидеть короткий рукав летней рубашки. Вот и лицо. Оно снова в тени. Наверное, мужчина специально надвигает так низко свою кепку. Ксюха не замечает Женю. А вот незнакомец слегка подается в бок, бросая взгляд над плечом Коваленко. Он понял, что за ним наблюдают. Глаза его жутко вспыхивают мраморно-белым. «Господи, неужели она этого не видит?» — подумала Женя, быстро отворачиваясь.